Транспортный вопрос продолжает волновать бизнес и простых горожан. Сотрудники ГИБДД останавливают автобусы, предлагая пассажирам покинуть салон. Людям приходится подолгу ждать очередной транспорт. Обращение от перевозчиков было заслушано на совместном заседании комитетов по городскому хозяйству и местному самоуправлению Хабаровской городской думы. Большая часть транспорта находится на линии. Значит, 7 новых автобусов МАЗ находятся в пути. Все документы в прокуратуру, которая произвела в моем отношении запрос, проверка проведена, документы все представлены. Со своей стороны я обязательства выполнила перед городом. В сентябре сотрудники ГИБДД провели ряд проверок. В результате 24 автобуса, принадлежащих 6 предпринимателям, были сняты с маршрута и отправлены на техническую экспертизу. Не право сотрудника полиции, а обязанность. То есть при выявлении административного правонарушения, либо при преступлении федеральным законом о полиции прописана четкая обязанность. То есть необходимо пресечь данное административное правонарушение. Следовательно, действия наших коллег в этом плане были правомерными. По словам сотрудников администрации, проблема сегодня решается. Арестованные автобусы заменены другими. Проводил с ними большой разговор с предпринимателями. Мы договорились, что и сегодня эти меры приняты, о том, что машины, которые сегодня выведены, так скажем, от предпринимателей, сегодня они заменены другими машинами, заключены договор аренды, и они выполняют свою работу в полном объеме и на 21-м, и на 23-м. Маршрутах. После ряда встреч стороны пришли к компромиссу. Проверять автобусы будут только на конечных остановках. Обсуждать накопившиеся транспортные проблемы народные избранники будут на ближайшем внеочередном заседании городской думы. Анастасия Незнанова, Алексей Игнатьев. Хабаровская студия телевидения.